Доброе утро, день или вечер. С вами Дайга. И я в лесу. Как вы успели заметить, тут были проделки так называемого лесного кота, который вытаскивает из самой глуши леса бревна спиленные. Но на данный момент мы идем по старой дороге. Но она тоже разъехана. И что же здесь растет? Когда спиливают лес, зарастает лесу пустые места вот таким борщевиком. Он ядовитый. Если его сок попадет на руки, то вы получите сильный ожог. Нам удавалось эти ожоги получать, поскольку мы с ним, с этим борщевиком, боролись. И он многолетний, когда он зацветает, то он примерно 7 лет, его семена могут сходить. А этот именно борщевик вот прям вот такой ростом взрослого человека, он даже выше меня. Как видите, я тут гуляю по лесу. Но мы куда мы направляемся? Мы направляемся к нашему знакомому, к дубу, но дорога к нему стала очень трудной. Ну, во-первых, прошли дожди, и тут все вот в таком хавне. Во-вторых, лес сейчас чистят, и, к сожалению, хозяйка приняла решение очень много санитарно вычистить, то есть он полностью почти наповал идет лес, поскольку он старый. Я даже не знаю, как я тут пройду. Он старый, и пришло время его вырубать. А потом, может быть, будет садиться новый лес. Но об этом посмотрим через какие-то пару лет. Я думаю, что что-то тут все-таки будут сажать. Так. Ну, попробуем дойти до дуба. Как мне нравится эта болотная трясина, которая тут образовалась. Я как-то смело пошла сюда в ботах. Меня уже пару раз пыталась засосать. Земля тут такая глинистая. Она долго сохраняет влагу. Но в этом году вообще влаги очень много. И у нас, и у вас. И тут проехался этот лесной кот. Как видите, вот такие рюши. Он сразу один раз проехался, он оставляет. Это, конечно, все будет убираться. Грейдером будет равняться. По крайней мере, дорога центральная, которой, по-моему, я сейчас иду. Это считается лесная дорога. Так что ничего страшного. Все будет. Со временем. Ну, картина, конечно, не из самых приятных. Так наповал чистится лес. Оставляется 1-2 сосны, чтобы они давали семена. И лес смог естественным вариантом возродиться. Мы, кстати, сюда таскали желуди. И в некоторых местах, да, наблюдали маленькие дубочки. Уже выросли. Ну, можно, конечно, и каштаны таскать. Но вообще желуди можно принести в лес. Ну, свиньи, конечно, тоже тут водятся. Да, и где же наш дуб? Дуб, он вот он. Видите, картина совсем поменялась. Полностью. Полностью поменялась вся картина. Он остался в лесу один. Конечно, он был сохранен. Поскольку это, скажем, не историческое дерево, но он великий дуб, и великие деревья с большим возрастом, они охраняются, их нельзя так вырубать. И хозяйка, конечно, оставила его. Но вот здесь все зарастает очень быстро. Чистили тут пару месяцев назад, и уже вот идет орешник,
И уже все вот так зарастает травой по пояс. По пояс. Ну, я думаю, что через год, ну, сейчас эту землю трясут и постоянно по ней ездят. Но через годика два это будет самое лучшее место для змей. И не только ужей. Обычно гадюки любят такие места. Тогда уже в тапочках сюда не придешь. Тогда надо длинные сапоги надевать просто. Они любят вот именно вот такие места, где хрустит, и это все разлагается. Они вот в таких местах вьют гнезда, живут. В таких местах малина растет. И обычно люди идут к малине. И, ну, по крайней мере, я один раз в молодости пошла в тапочках за малиной в такой лес. Ну, бежала очень быстро. Я как-то в молодости не боялась этих гадюк. Но у меня уже есть опыт укуса. Так что я не очень-то рада им. Это я, правда, без прививки это все прожила потом, потому что не было у меня помощи в лесу. Я была одна в тот момент, в те сутки ближайшие. И это, ну, знаете, дня 4 потом я как гриппом переболела. Плохо очень было. Чай растет. Так что все возобновляется. А вот и дерево. И посетитель в виде Яниса. Ну, подойдем поближе. Ну, видите, уже малина. Маленькие побеги малины. Это все тут разрастется. Орешник. Опять малина. Ну, сверху побольше видно. Дуб. Он большой. Мы оставили несколько друзей. Хиленьких. Ну, дуб на своем месте. Он остался как величественное напоминание. Хотя и потерял соседей. Остались пару лишь таких маленьких деревцев по соседству. Ну, жизнь продолжается. Тут вокруг были маленькие-маленькие деревья. Ну, сейчас светит там с той стороны солнце. Я могла только с этой сойти. Раньше он бросал желуди. И приходили свиньи. Съедая эти желуди, они вскапывали эту землю. И земля, в принципе, вся была очень-очень рыхлая из-за этого. Я думаю, это как-то способствовало его росту. И его какой-то, ну, величию, потому что земля вокруг него рыхлилась. А теперь, ну, я не знаю, теперь вырастают маленькие дубики. Попробуем кого-нибудь найти. Все в этой жизни имеет цикл. Вот, нашли маленький дубик, который пока сорняки с ним конкурируют. Да, и тут растет очень много вот этого витаминного чая. Думаю, мы его соберем. И, ну, такой маленький сыночек отрос у этого величайшего папы. Я надеюсь, что вы не грустите. Вот еще один сынок. Маленький. Их тут вокруг несколько. Да, еще. Видите, жизнь в этом мире продолжается. С вами была Дайга. Из леса в Тукумском районе. Гранчи. Около величественного Гранчу дуба. Пока-пока.